Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами батя, Нига, Скромник, Фокси, Бурый Медвежонок и Рорка. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас корабль. Пацанчики, девчонки, скажите привет. Всем привет. Привет. Вам очень понравился режим, где я был за чужого. И сегодня у нас будет, где я буду чужой. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я буду мочить пацанов и девчонок. Я услышал, типа там... А, беги, беги, крыса моя! А, говно, открывайся дверь. Говно, я живой! 5 хп потратили всего. Как? Да вот так вот. Чуть-чуть потратили писечку совсем. Уверен? Это уже страшно. Сашка. Так, так, так. Чекаем, чекаем. Не знаю. Кто там? Вы меня не убейте. Так нельзя говорить, нельзя. Нельзя? Ну да. От говно. Как всегда веселимся максимально. Все, не говорю. А, блин, говно. Что за... Отвали. Отвали. Растворили в воздухе. Вы знаете, сейчас чужой покажет, что он может. Вы думаете, так просто может чужого мочить? Не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Ошибаюсь. Я поставил небольшой сюрприз у двери, но вы не увидите. Берем сейчас... Блин! Есть! Да блин! Да что вы вечно находите меня? Молодец. Хорошо застроился. Так-так-так. Отвали! Есть, есть, вселился! А зачем ты сразу палишь? Так сразу. А вы же, у вас 8 человек, 7, откуда ты знаешь, в кого я вселился? И не заговорить. Так, так, так. Так, давай погуляем. Немножечко стоит. Самоубийство! Ну ладно, так тоже можно. Вот ты был. Наконец-то! А, личинка, беги! Беги, личинка! Беги! Беги! Ох ты! Вот это жесть! Что здесь творится? Жопа! Ты бессмертный. Конечно, я же... Последняя у меня стадия. Всех фигачи, иди сюда. Алло, иди сюда. Блин, чё я как инвалид хожу конченый? Самое забавное, меня кто-то из своих убил. Да, это нормально. Привыкай. Блин, тут мина. Так. Не-не-не-не-не. Не! Дэн-кэ-кэ-кэ. Ага. Уже страшно. Так-так-так. Я вселился, вселился, тихонечко ходим. А что на меня... Ой, блин, а что не получилось? Я догадываюсь. Да блин, да что такое? Все, короче, я сразу стал чужим. Не будет у меня личинки. Все. Я в бассейне, если что, иди ко мне в гости. Я иду. Не надо. А жизнь не тратится, у меня уже осталось чуть-чуть. А, говно! Еще одного! Беги, Димка, 300 жизней! Беги! Да блин, беги! Да что ты как валит, вонючий! Беги! 300 жизней! 300, 300, 300! Скромник использует оружие. Офигеть, вот это они меня хотят вынести. Блин, теперь я, получается, прячусь или... Так, 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 они меня не видят. Скорее, да, ты теперь прячешься, чем мы тебя. Давай, иди сюда. Мы поменялись местами. Сейчас мы поменяемся местами. Я догадываюсь, кого? Он в отеле, Димас, я видел его костюм. Костюмерный ты. Ой. Я на кухне, тут кухня есть. Опа. Я на кухне еду еще, что тут есть покушать? Ты что, ку-ку? Так, пацаны, тут супчики есть прокисшие, не? О, тут окна можно удалить. Это для чужого, это для чужого. Это все мне, я тут много ем. Опа, они идут, я сделаю засаду на кухне, давай. Кто первый? Кстати, у меня осталось 290 жизней. Кто еще? Давай, заходи. Давай, сыку. Закроем двери. Я насрал. А! Вот это я дернулся. Что ж ты такой резкий? Не ожидал? Не. Попался, который кусался. Я очень умный чужой. Я могу двери открывать. Да? Я так думал, что тут двери открыты? А! Жлобы!
Есть, есть. Вы меня нормально, вы... У меня как-то быстро жизни тратится, сразу сотки нету. Может, Эй, отвали! Отвали! Ай, блин! 790 жизней! Вали, Димка! Вали отсюда! Они знают, где я. Откуда появляешься? Позволь спросить. Воу, тут так красиво на этом корабле. Тут прям как настоящий отель. Эй, отвали! Отвалите! Я бегу. Эй, ты че кидаешь гранаты конченые? Да, я кидаю. Он наверху. Стоп, подождите. Это засада была, я специально. Дима, хочешь, я тебе расскажу? Я вообще был в другом месте, а ты меня как-то притянул за километр. Ну, ты был... Нет, ты был на лестнице, я притянул тебя через лестницу. Как? Я не был на лестнице. Я ж могу гипнотизером обладать. Я тебя смотрю в глаза, ты ко мне сам идешь. Гипноза обучил. Да-да-да. Это что ты сказал, да. Умри. Самый ну чё, 490 жизней. Меня никто не может убить. Кто-то уверен. Споткнулся и умер. Да, я уверен. Где у нас? Я уже забыл. Я потерялся уже. Стоп. Меня кто-то тут шлёпает. Блин. Блин, вы взяли эту говно, навалили кучу там этого. Как да его? Там... Красный гранат. О, я в номере, классный отель, двухместный. А там нас... О, давай с тобой я поживу. Давай. Я поняла, где Димас. Так. Я умер от красноты. Ну-ка, отель Димас. Второй этаж, Димас. Так. Давай. У меня скидоспрянка. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Так, я вижу челика с автоматом. И Рорака смотрит, в бассейн прыгнул. Я купаюсь. И я к тебе, на голову! Да отвали! Говно убил! Блин, это засада. Кстати, я прям возле него был, а меня не видел, потому что я как-то зашкерился в тему. О, я могу выпрыгнуть? Я капитан корабля. Ой-ой-ой, аж камера дергается. Мне это что-то напомнило аж фильм, где ты залезаешь прямо в женщину. Есть. Есть. Он тоже селился, это фисташка. Блин, да что за говно? Так, отлично. Ты где, блин? Берите эту какашку, она опасная. Где она? Кто там насрал? Так, я иду, пацаны и девчонки, по вашей душе. Я сейчас всех обстреливать начну. Я пойду купаться, короче. Ай, скромник. Есть Баша такая вот. Почему меня просто так убивают? Что за дичь? Это нормально. Все ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Каждый день можно... Я всех обстреливаю. Эх. Ты офигел? Ты сам нарвался. Никак. Опа. Так, я уже начинаю. Так, я вижу фисташку, сейчас буду на нее прыгать. Я шучу, никого не вижу. Я проверяю, как вы реагируете. Сыте? Фисташка, надо ее убить скорее. Сыте. О, кстати, я могу сказать, что вселился в кого-нибудь, и вы его убьете, а я в него не вселился. Логично? Зачем ты спалился? Опа. А можно покупаться? Эй, ты что тут сквозь землю вылазишь? Ты отвали. Тимачка, Тимас тут кушать есть. Что за звуки? А, убил! Да. Ой, я не люблю его. Пошлите в бассейн, можно. Давай, да, не сыте. А чего вы так боитесь этого чужого? Он же добрый. Да потому что ты маленький, так вся возле. А если я удалю эту дверь? Ага, нельзя, я понял. Это корабль переделанный. Возле бассейна. Да, ну тут все. Так, а я вижу вас. А, не, никого не вижу. Кто видит? Кто летает? Кто летает? Эй, кто на ноуклип летает? Сейчас отключу ноуклип. Отключаем. Так. Вот такую сальтуху прописал. Мы ждем. Димас, иди к нам в баньку, отдохнем. Фокси, а где он? А где баня? Где находится Димас? Я хочу ему сюрприз дать. Он кого-то, по-моему, вселился. Я же говорил. А, я горю! Кто там? Горит. Так, я возьму, обнулил карту, потому что у меня жизни не тратили. Все, чужой побежал. Я перевоплотился, успел. А, что ж вы так выносите сильно? Отвалите от меня. Да что там происходит? Я видел что-то страшное. Пошли.
Отвали! Ну отвали! Я съел. Ох ты и вкусный. Я краб. А, мистер как Крабс. Не любить крабов. Я в морозильной камере на кухне опять вас жду. 300 жизней. Кто? А я ему там хорошо с дробовика сшмальнул, значит. Тогда. Сколько я здесь сниму? Да 600 жизней. 600, да, 600 снял. Да, что такое? Я иду в больше. Вон он бегает на кухне. Есть. Ну, блин, больно. Вкусный, очень вкусный. Нет, съем только, ты так больно кидаешь. Потерялся в этом корабле. Отлично. А, дошла. Я психую. Да где как? Я уже... вы где? Я тут к тебе в гости пишу. Где? Димас, ты ушел, что ли? Да, не, я тут. Где? Я жду вас, у меня засада. Я гранатомет беру. Димас меня собрал. А, ты в кого стреляешь? Ты что, балда? Это ты. Давай. Я тут всех чувствую. Как можно не отвечать? Говно! Да отвали ты! Как можно не отличить чужого человека, что за... 200 жизней осталось, вы чё? Где он? Где там на первом этаже? Где ты шипишь? Так, гранату кинули мне. Я за собой закрыл. Но. Давайте инфу говорить, потому что я... Я возле спауна, недалеко, прям в комнате. Вау! Скромник раскидывал какашки. Корабли банки. Я не раскидываю, она сохранилась. Я еще ничего не кинул. Блин, зараза, убил! И я думаю, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!